Да где вы новость увидели по поводу типов, которые The Day Before делали? А, вот, только что нашел. Закрывает свой представитель, объявили в Твиттере, это произошло спустя 4 дня после релиза игры. Приняли решение закрыть студию, поскольку игра так потерпела финансовый крах, у компании больше нет денег на то, чтобы продолжать работу? Вы чё, угораете? Студия потратит все полученные доходы на то, чтобы погасить долги перед своими партнерами. На данный момент будущее Day Before и Prop Night неизвестно, но сервера будут продолжать работу, заявили в студии. Найс! Вот это вообще мем. Хайпят на смерти игры. Слушайте, я что-то как-то не думал, что они закроются на самом деле. Я думал, они бабла просто, ну, сколько схопали, если честно. Допустим, игра стоит 1,5 куска. Это 13... 16 бачей. 16 бачей. Умножить на 60 тысяч. Это игроков. Умножить на 92. 88 лямов рублей они заработали. Это я считал, сколько у нас, а у нас дешевле она стоила. Ну, учитываем еще рефаунд, но 40 лямов точно было бы. Рефанды ваш дотушили студию. Ну, обидно, конечно.